В округе продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. Владимир Волков вместе с жителями проверил ход работ на одной из таких площадок по адресу 1 Панковский проезд, дом 1. Подробности в нашем сюжете. Ранее была площадка, были разбросаны элементы. То есть был разброс. На земле. Да, соответственно. Поэтому сейчас делается покрытие. Все элементы установлены в соответствии с ГОСТом, со всеми СНИПами. Пока благоустройство в процессе. Одна часть в 150 квадратных метров с игровой зоной, горками и качелями готова. Остается установить еще универсальную спортивную коробку площадью 450 квадратов. Вокруг она будет ограждена ограждением, и она будет позволять детям играть в футбол, баскетбол, волейбол. Также на ней будет нанесена разметка для вот этих всех игр. Двор зонировали. На одной части площадки будут играть малыши, на другой – дети постарше. Не забыли и про старшее поколение. По их просьбе лавочки вынесли за пределы игровой зоны. Двор, конечно, будет комплексно благоустроен. Дополнительно у жителей появились предложения, которые мы обязательно учтем. И этот двор станет излюбленным местом времяпровождения всех жителей этого комфортного микрорайона. Помимо благоустройства игровой зоны, по этому адресу выполнили работы и по комплексному благоустройству. Уже уложили асфальт, тротуары, создали парковочные места. Завершить все работы планируется до конца этого года. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.